Добрый день. Сегодняшний наш вебинар будет посвящен календарю абитуриента. Что это такое, календарь абитуриента? Это набор действий, которые нужно будет произвести студенту, который собирается поступить в зарубежный университет. И это, собственно, последовательность вот этих действий, о которой мы сегодня и поговорим. Процесс подачи документов состоит из нескольких этапов. Это старт, подготовка документов, потом подача этих документов в ВУЗ или в ВУЗы. Затем, после рассмотрения документов и прохождения всех этапов поступления в ВУЗ, наступает визовый этап. После получения визы студенты готовятся к отъезду и уезжают и регистрируются в университете. Все эти этапы мы сейчас последовательно рассмотрим. Что нам нужно учитывать при подготовке документов для зарубежного университета? Прежде всего, это, конечно, дедлайны университетов, потому что университеты в разных странах выставляют свои сроки подачи документов. И зависят они от сроков рассмотрения этих документов, от того, сколько потом рассматривается виза в ту или иную страну, сколько времени уходит на получение визовых документов каждым абитуриентом, и еще от целого ряда факторов, от даты начала обучения. Поэтому обычно мы стартуем в октябре предыдущего года, то есть вот сейчас, буквально через неделю, 1 октября, большинство университетов в самых разных странах, кстати, начинают прием документов от абитуриентов. И тогда же университеты, собственно, выставляют свои дедлайны. Как правило, это конец марта, где-то это конец апреля. Некоторые университеты принимают документы аж до середины июля. А американские документы, например, первый дедлайн выставляют уже 1 декабря. Ну, дальше у них есть там второй дедлайн, третий дедлайн и так далее. Поэтому, значит, начинаем разговор о выборе страны, о выборе университета, требованиях документов, о том, как мы готовим эти документы, начиная фактически с октября предыдущего года. То есть студенты 11 класса начали сейчас занятия, уже втянулись в учебный процесс и начинают думать, где же они будут учиться. Те студенты, которые думают об обучении за границей, обычно вот в это время вместе с родителями приходят к нам, и мы начинаем разговор с вопросов, в какой стране они себя видят, в какой стране хотели бы учиться и так далее. Значит, выбор страны. Чем он определяется? Ну, прежде всего, конечно, знанием языка, на котором собирается обучаться студент. Мы говорим прежде всего, конечно, о европейских странах, но подразумеваем также и обучение в дальних странах, например, в США, в Канаде, в Австралии, Новой Зеландии, в целом ряде азиатских стран. Вот. И во всех этих странах можно учиться на английском языке. Безусловно, в каждой европейской стране есть еще возможность учиться на местном языке, например, в Германии на немецком, во Франции на французском, в Испании на испанском, там, в Италии на итальянском и так далее. Но обучение на местном языке мы сегодня, наверное, рассматривать не будем, потому что это в каждой стране есть свои особенности, свои требования к поступлению, к документам, к уровню предыдущего образования и так далее. Поэтому мы в основном говорим про обучение на английском языке в разных странах. Кроме того, выбор страны определяется, конечно, стоимостью обучения. Обучение на английском языке всегда платное, но оно отличается в разных странах, иногда в несколько раз. Самые недорогие страны с обучением на английском языке – это, например, Венгрия от 5 до 8 тысяч евро, Германия – там 10-12 тысяч евро и возможность получения стипендий. Кипр – тоже в районе 10 тысяч евро, Нидерланды – уже там от 8 до 12 тысяч евро и так далее, и так далее. Вот, поэтому, когда мы выбрали страну,
Дальше мы выбираем университеты. У нас есть университеты-партнеры, с которыми мы заранее устанавливаем взаимоотношения, изучаем их программы и только после этого предлагаем. Соответственно, конечно, прежде всего мы ведем разговор об этих университетах. В принципе, если студент хочет подать документ в какой-то другой университет, с которым мы не сотрудничаем, мы можем это сделать, изучив их требования, потому что на самом деле требования вуза к подаваемым документам – это очень важная история. И при обсуждении выбора страны университета мы обязательно касаемся и требований вуза к документам, потому что это очень, очень важно сразу понять, ну, соответствует ли студент требованиям университета, допустим, к среднему баллу в школе или в университете, требованиям к уровню знания английского языка. Оно может отличаться буквально на несколько баллов и колебаться от 5,5 там, до 7,5, например, а это немножко разные уровни знания английского языка. И, соответственно, поговорив об этом, мы дальше обсуждаем, какие документы для вузов нужны. Ну, стандартный пакет мы рассматриваем, в который входит обязательно документ об образовании, аттестат или диплом, а для тех, кто еще продолжает учиться в 11 классе или на последнем курсе университета, соответственно, человек предоставляет академическую справку. Для школьников это сведения об успеваемости за последние 3 года, а для студента вуза это выписка из отчетной ведомости за все годы обучения. Кроме документов об образовании, нужно мотивационное письмо. Когда студент выбирает специальность, то он, ну, как бы для себя внутренне всегда может объяснить, почему ему интересна эта специальность. И вот этот вот интерес он должен выразить в мотивационном письме. Далее университеты требуют рекомендации. Как правило, для первого курса достаточно бывает одной рекомендации, если в принципе она требуется. Уже для магистратуры требуется 2, иногда даже 3 рекомендации. И, собственно, о требованиях об этом мы тоже рассказываем, что там должно быть написано. Некоторые университеты требуют резюме от студента, то есть описание его предыдущего образования, в каких-то случаях, возможно, опыта работы или волонтерства, а также знания иностранных языков и каких-то дополнительных знаний и умений. Все это в резюме студент о себе рассказывает. И таким образом университет получает представление, дополнительное представление о личности студента. Обязательно нужен языковой сертификат. Почему? На этом слайде он выделен шрифтом и другого цвета. Дело в том, что в университет отправить сначала только академические документы, которые я перечислила, без языкового сертификата. Но на каком-то этапе, когда университет должен принять окончательное решение, языковой сертификат предоставить надо. До того, как будет отправлен полный пакет документов, включая на подтверждение уровня знания языка, зачисление, если университет считает, что на основании академических показателей он может принять студента, то такое зачисление будет считаться условным. После того, как отправлен языковой сертификат, зачисление становится из условного безусловным. И это уже путь к получению визовых документов. При этом языковой сертификат может быть таким общепринятым международным, например, IELTS или TOEFL, может быть одним из новых сертификатов. Некоторые университеты принимают тесты Duolingo или Pearson, например. Вот, но в каждом конкретном случае мы информируем студента заранее, какие сертификаты университет принимает на данную специальность, какие не принимает. Если студент поступает на какую-то творческую специальность, то от него требуется портфолио. Какие это специальности? Ну, все, что связано с искусством и дизайном, с анимацией, с иллюстрацией, с графическим дизайном, с архитектурой, то обязательно нужно портфолио, которому тоже каждый университет
выставляет свои собственные требования. Они всегда прописаны письменно, и с этим мы тоже знакомим нашего студента. Значит, документы для вуза мы готовим, начиная с октября и где-то до февраля-марта, потому что в марте уже дедлайн, и позже чаще всего подать документы в университет нельзя. Но я говорю, что это в общем, потому что сроки подачи документов разнятся от университета к университету и зависят еще и от страны. А почему? Потому что дальше наступает визовый этап, и сроки рассмотрения документов на студенческую визу тоже очень разные. И университеты, конечно, это тоже учитывают. Для того, чтобы вовремя получить языковой сертификат, например, IELTS, который принимается всеми университетами в мире, всеми англоязычными университетами в мире, соответственно, нужно сдать этот тест. К сожалению, в России сейчас его сдать нельзя, и поэтому мы организуем группы, которые возим в Казахстан. У нас есть договоренность с Британским советом в Астане, и они выделяют специальный день для нашей группы. Соответственно, группа едет в Астану с сопровождением. В этом году экзамен будет первый. Экзамен будет приниматься 30 октября, а соответственно, группа выезжает 29 октября из Москвы и возвращается 31 октября. В понедельник 30 октября все сдают сначала разговорную речь, и потом идут на сдачу трех других разделов этого теста. Соответственно, предлагается два варианта. IELTS Academic UKVI, который нужен для поступления на подготовительную программу в британские университеты, и IELTS General UKVI. Это компьютерный тест. Соответственно, вся группа живет вместе в четырехзвездочном отеле в двухместном размещении с завтраком. Соответственно, и регистрация на поездку до 30 сентября. Почему? Потому что эту регистрацию нужно провести ровно за один месяц. Это таковы требования Британского совета. И, соответственно, нам еще нужно будет успеть оплатить этот тест. Допустим, вы запланируете вашу поездку, сдадите IELTS, кто-то получит требуемый балл, кто-то его может не получить, поэтому будет еще возможность одной или двух попыток на самом деле сдать этот экзамен. Когда мы подготовили все документы, перевели их на английский язык, это обязательно, мы этим тоже занимаемся. Дальше мы заполняем регистрационную форму университета. У каждого университета теперь своя компьютерная система, которую мы заранее стараемся изучить, чтобы не было никаких подводных камней там по ходу ее заполнения. Дальше отправляем эту регистрационную форму, подгружаем подготовленные документы в нужном виде. Это тоже отдельное требование каждого университета, как должен выглядеть файл с документами. И дальше вуз рассматривает. Сроки рассмотрения варьируются от 2 недель до 2 месяцев. Здесь нет как бы никакой вот определенной даты и сроков рассмотрения. Тем не менее, все-таки, если это наш университет-партнер, то рассмотрение происходит гораздо быстрее, потому что у нас есть контактное лицо, которое мы извещаем о том, что мы отправили регистрационную форму, и они уже со своей стороны тоже отслеживают рассмотрение. После рассмотрения документов, если вуз, в принципе, доволен успеваемостью и уровнем языка студента, то многие вузы сейчас стали проводить тесты и собеседование. В некоторых случаях только собеседование и интервью, которое тоже мы организуем, потому что нужно согласовать и со студентом, и с университетом, в какое время студент выйдет онлайн и поговорит, соответственно, на те темы, которые предложит университет. Часто это бывают такие, ну, вполне экзаменационные интервью, в других случаях они просто как бы стараются выяснить кругозор и, главное, мотивированность студента к конкретной специальности. После
тестов и собеседований, если они есть, вот университет выносит свой вердикт. Либо предлагает место, либо отказывает в этом месте. Такое тоже случается. Поэтому можем подавать документы либо последовательно в несколько университетов, ну, допустим, подали в самый желанный, и вдруг он отказал. Тогда у нас всегда есть еще план Б и план С. Либо некоторые хотят подать сразу в несколько университетов, это тоже, в принципе, возможно. Если последовало предложение места, то дальше для того, чтобы закрепить это место за собой, студент должен внести либо депозит, либо полную стоимость. Это тоже определяет университет. Этот этап оплаты, раньше он был, ну, таким как бы проходным. Вот. Но сейчас, поскольку существуют санкционные банки, то иногда появляются некоторые затруднения с оплатой, и этот этап занимает чуть больше времени, поэтому, в принципе, мы тоже помогаем и с оплатой на депозиты или стоимости обучения. После получения денег университет высылает уже приглашение на визу. И обычно это целый визовый пакет, потому что кроме самого приглашения там еще много-много поддерживающих документов. На этом же этапе мы должны сделать бронирование проживания для студента, потому что при подаче документов в посольство мы, как правило, должны указать, где же студент будет жить. И очень часто требуется еще и приложить документ, подтверждающий эти слова, где он будет жить. Визовый этап обычно наступает в июле-августе, потому что чаще всего университеты высылают окончательные визовые документы после получения выпускного документа от студента, либо аттестата, либо диплома. Но у них обычно все это наготове, когда они получают эти документы с переводом на английский язык и с нотариальным заверением, то, собственно, практически сразу следует высылка этого визового пакета. И наступает такой довольно тоже важный, может быть, наиболее важный этап – это подготовка визовых документов и подача их на визу. В каждой стране существуют свои правила, свой список документов, форма документов, в которой они должны быть представлены. Соответственно, визами мы обязательно тоже занимаемся. Наш визовый менеджер проводит консультацию еще, конечно, задолго до того, как наступает этот визовый этап, чтобы семью, родителей предупредить о том, какие документы будут нужны, в какой форме, чтобы они заранее могли подумать и подготовить такие документы. Хотя брать, в принципе, документы из банка, например, следует буквально перед подачей документов на визу. Но какие-то предварительные справки мы, конечно, заранее тоже просматриваем. Таким образом, когда документы собраны, мы отдаем их на перевод. В каждую страну тоже следует, собственно, имеются свои требования. Некоторые требуют просто нотариального заверения, другие требуют апостилирования документов, и это тоже занимает некоторое время. Есть посольство, в которое нужно заранее записываться за 1-2, иногда 3 месяца на подачу документов, в других это проходит немножко легче. Ну и, соответственно, потом, когда все собрано, запись сделана, заполняется визовая анкета, и мы подаем документы на визу D, на студенческую визу, и ждем решения по визе. Этот срок бывает разным, от 1 месяца, 4 недель, там, до 2-3 месяцев. И это самый волнительный этап нашей работы. Немножко про то, что такое студенческие визы. Тип визы, мы называем их долгосрочной или студенческой. В разных странах они называются по-разному. Ну, в Европе это виза D, в Великобритании, например, это student visa. Для такой визы нужен другой пакет документов, чем для виз на короткие поездки. Обязательно нужно показывать происхождение денег, то есть это либо справки с места работы, либо это какие-то дивиденды, либо проданная квартира, не знаю, гараж, дача, что-то еще, подтвержденное тоже документами. Соответственно,
это очень, это запись на подачу документов очень-очень загодя, за несколько месяцев. И вот эта вся подготовка документов в нужном виде, все эти переводы, причем там в одну страну требуется там одинарный нотариальный перевод, в другую страну там двойное нотариальное заверение, и документы должны делаться в строгом соответствии с требованиями посольства, чтобы у визового офицера не было возможности придраться. В некоторых случаях нужны именно сертифицированные посольством переводчики. Ну и подготовка студенческого пакета, в общем, дело такое не очень дешевое. Именно из-за переводов, нотариальных заверений, постедирования и так далее. Что еще хотела сказать про визу. Есть страны, в которые студент подает документы на визу в России, а есть страны, документы на визу в которых подают сами университеты. Так вот, в какие страны абитуриент подает документы на визу здесь, в России? Из тех стран, с которыми мы в основном работаем по академическим программам в университетах. Это Великобритания, Венгрия, Германия, Ирландия, Испания, Канада, Швейцария, Австрия, Австралия, ну, Новая Зеландия. Американскую визу сейчас в России получить нельзя. Но можно списаться в посольство в другой стране. И если это сделать заранее все, то, соответственно, получить визу реально. И, соответственно, опыт этого года нам об этом, собственно, говорит. Наши студенты получили визы, причем в разных странах. Это был Казахстан, и Сербия, Турция. Значит, вузы Кипра, Малайзии, Нидерландов, Арабских Эмиратов, Сингапура и Южной Кореи подают документы самостоятельно в иммиграционные власти своей страны. Но документы, конечно, требуемые в каждой стране, готовим мы отсюда и дальше отправляем в университет. Иногда приходится отправлять их физически, просто экспресс-почтой. Весь пакет документов в других странах принимают, и отсканированные копии. Этого бывает достаточно. После того, как студент получил положительный ответ по визе, получил свой паспорт с обклеенной визой, он обязательно с нашей помощью информирует университет о том, что визу он получил и собирается тогда-то, тогда-то приехать, взяв билет, что, соответственно, он там прибудет тогда-то. Это обязательно нужно сообщить университету, чтобы как бы они знали, что студент скоро будет. Сейчас некоторые университеты стали практиковать регистрацию на программу заранее. То есть они, пока еще студент ждет визу, либо только получил, они просят там пройти целый ряд процедур. В каждом университете они свои, и как бы зарегистрироваться на программу. То есть подтвердить, что студент туда приедет. Это все происходит в августе, в сентябре, потому что в некоторых странах, таких как Германия, Кипр, например, начало занятий в начале октября. В Великобритании в конце сентября, в Венгрии, например, аж в конце августа нужно уже приехать. Но за всеми этими сроками, как я уже несколько раз повторила, мы следим и делаем все так, чтобы студент успел к началу занятий. И когда студент приезжает в университет в сентябре, в октябре, он уже очно регистрируется на программу, физически придя в университет. Дальше он должен сделать регистрацию в студенческой резиденции, потом регистрацию в полиции, принеся туда те документы, которые требуются в данной стране. Параллельно происходят ориентационные мероприятия в университете, которые знакомят студента там со всеми аспектами жизни, с тем, кому, с каким вопросом нужно обращаться. Вопросов, как вы понимаете, на первых этапах всегда бывает очень много. Тут же происходит запись на предмет, потому что, в отличие там, от нашего расписания, которое вывешивается и можно посмотреть на стене, тут студенты выбирают предметы, есть обязательно, есть по выбору, и, соответственно, они должны успеть записаться на эти предметы, поскольку группы там тоже определенного размера.
Ну и тут вот начинается уже самостоятельная студенческая жизнь, когда студенты должны отвечать за каждый свой шаг самостоятельно. Последняя информация, что при подаче, ну, заключении договора на подачу документов в университет до 1 ноября у нас действует скидка 20% на услуги по подаче документов. Приходите в офис на консультацию. Всего доброго!